А я вот запутался вот в этой ситуации. Все вот эти животные в Грибово, да? А вы живете в Новопеределке? Нет, они и там, и там. А, и там, и там, да? А почему вы на два дома живете? Что это такое? Ну, нет времени переехать. Да? А, вот поэтому? То есть в новый дом нет времени переехать? Почему? Все время концерты, корпоративы, гастроли? Очень много концертов. Очень много концертов. Потом, вы знаете, причем концерт это, так сказать, очень много, я как бы живу в самолете. Ну да, причем летаем по всему миру. По всему миру. Очень часто в Италии, очень часто в Европе, в Америке. Это русскоязычная публика или не обязательно? Нет, нет, русскоязычная, в основном русскоязычная, но которая проживает там, которая просто проводит свои мероприятия какие-то вдали от родины, чтобы, так сказать, недремлющий глаз не увидел, что происходит и как происходит. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».